ребятушки, привет! Все прям тут на стрёме. Мы вышли раньше всех для вас быстрее снимать Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Красавчик, мужчина, классный аппарат. Вот только прям тут все готовится, еще все готовятся их поставить сюда, чтобы все это, так сказать, презентовать журналистам, которые сейчас там сидят в зале и слушают презентацию. Нас тут очень прессовали, но мы для вас решили, упростили людей, чтобы подснять этот гаджет. Вот он, классный. Итак, Samsung показала два смартфона, S8 и S8 Plus. Это младшая версия. Вот он. В разных цветах, естественно, доступен. Вот одни эмоции, честно говоря, потому что что-то в нем есть такое прям вот по-настоящему вау. Вот окантовка эта, казалось бы, ничего принципиально нового в плане технологии, но в плане подачи и визуализации выглядит супер, очень-очень здорово. Быстро по характеристикам, естественно, Snapdragon 835, самый-самый новый. Это, ну, фактически сейчас, если не самый-самый мощный, то точно один из самых мощных смартфонов. Повторюсь, он представлен в двух вариантах. Это 5,8 дюйма и 6,2 дюйма. Разница, ну, она заметна, конечно, видно, довольно приличная. И что самое удивительное, вот он очень классно лежит в руке в плане того, что он совершенно не скользкий. Какой бы телефон ни держал в руках, а старшую версию, ну, тут выключено даже, его еще не включили, старшую версию или младшую версию, вот такое ощущение, что чехол ему не нужен вообще. Он очень хорошо, очень уверенно и прочно лежит в руке. Естественно, самая топовая здесь начинка, повторюсь, процессор 835 Snapdragon, ну, характеристики вы все еще прочитаете. Самое главное, его вау-фишка, естественно, это открас от физической кнопки. У Samsung даже такой ролик там был, как мальчик прям кулаком выбивает эту кнопку. Такое приятное, интересное видео. Еще раз повторюсь, простите за сумбур, мы тут вышли, вообще нельзя снимать, мы для вас решили первыми все это дело сделать. То вот как это все выглядит, вот это его самая вау-фишка. И, честно говоря, это больше обзор не про характеристики, а больше вот про, вот понравилось ли нам, а нам прям правда понравилось. 5,8 дюйма младшая версия и старшая, повторюсь, 6,2 дюйма. Разница заметна. Разрешение 2970 на 1440 пикселей. Естественно, матрицы Super AMOLED, 4 гигабайта оперативки, сканер отпечатков пальцев все-таки сзади. То есть в экранного сканера отпечатков пальцев у смартфона этого нет. Android, ну, тут по меню мы тут бенчмарки гонять не будем, по меню ходить, но скажу, что из фишек софтовых, секьюрных, разных, появилось у смартфона то, что, ну, вернее, не появилось, есть у смартфона то, что есть инфракрасная камера, он распознает лица и тем самым может идентифицировать вас и разблокировать себя. Смартфон защищен по стандарту IP68, камера снимает 4К и классный, естественно, встроена вспышка, но вот это вот отсутствие на экранной кнопки надо тестить. Вот тут быстрые впечатления, они такие, конечно, здесь не будут самыми правдивыми, но то, что мы здесь увидели, то, что мы здесь так почувствовали, это вау. Сканер карточки microSD, естественно, поддержка, ну, 4G, кнопки громкости сбоку, кнопка включения и разъем 3,5 мм, ребята, и, естественно, заряжается через USB Type-C. Все, мы побежали, забирают у нас телефон, говорят, да вы что, офигели, еще нельзя снимать. Специально для вас Galaxy S8 и S8 Plus классный, но вот еще крупненько, посмотрите, правда вкусный телефон. В разных цветах доступен, в темных, светлых, и могу точно сказать, точно, это сейчас по ощущениям, вот мы сколько смартфонов держали в руках и на конгрессе, и много где, это самое футуристичное, самое узнаваемое из нового, то, что сейчас есть, и лайк, однозначно лайк, Samsung молодцы, все-таки они сделали что-то, что прям, мне кажется, люди захотят покупать. Это очень быстрый хендзон для вас Galaxy S8 и S8 Plus, будем выпрашивать на самый-самый подробный обзор. Повторюсь еще раз, это вот характеристики на сайте чудо.tech, все есть, но вот из эмоциональной составляющей, вот, значит, первый раз взял в руки, вам он точно понравится, попробуйте. Быстрый хендзон Galaxy S8 и S8 Plus. Маленькая и большая версия в разных цветах и класс. Молодцы, Samsung.